школы подготовки и эстафетах сразились воспитанники трех школ муниципалитета для детей с ограниченными возможностями здоровья. За их успехами наблюдали гости праздника, в числе которых были общественники и одинцовские активисты «Единой России». Самое масштабное спортивное событие в округе среди ребят с ОВЗ, организованное школой «Надежда», провели на базе образовательного центра «Флагман» в Трехгорке. Мероприятие у нас спортивно-патриотическое. В этом году это 7-я наша замечательная церемония спортивных мероприятий. Соответственно, там будут обязательно спортивные мероприятия, связанные с маленькими детьми. То есть начальная школа у нас сейчас будет там веселые старты. Для старших ребят у нас строевая подготовка, военная песня и владение оружием. Самые минимальные навыки. Соревнуются в Спортландии воспитанники школ «Надежда», «Гармонии» и Старогородковской школы-интерната имени Фурагиной. Ребята с особой ответственностью готовились к состязаниям, ведь их оценивал компетентное жюри. У нас жюри состоит из трех частей. Это образовательная часть, педагоги, те, которые работают с детьми. Это спортсмены, представители спортивных клубов. И это представители армии военной. В активной схватке первое место заняли ученики школы «Надежда», но вне зависимости от лидерства все участники мероприятия получили грамоты, кубки и медали. Ольга Дмитриева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».